Так, коллеги, добрый день. 13 часов, московское время. Мы снова вместе с вами на онлайне Центра поддержки индустрии фитнеса России. Ну что, продолжаем летние эфиры. Говорим мы о продажах, говорим мы о работе над ошибками. Ну и, конечно же, тоже интересная тема оптимизация расходов. Как, где мы можем сэкономить, где мы можем что-то перестроить. Лето – самая такая пора, когда есть время, чтобы об этом подумать, это сделать. И хочу пригласить сегодняшнего эксперта Марию Евсееву, которая как раз собрала такие фишки, их уже некоторые внедрила, некоторые внедряет и делится этими историями с нами. Так, Мария, сейчас я тебя найду. Так, коллеги, напишите, что кто-нибудь уже есть у нас в эфире с нами. Так, Маш, я тебя уже вижу. Скажи что-нибудь. Привет. Да, и слышу. Отлично выглядишь. Ну что, тебе слово, расскажи и поделись фишками. Мы помним, что эту вообще тему начали обсуждать так особенно активно, начиная с пандемии. Я думаю, за уже 2,5 года, даже 3 уже, наверное, года. 2,5, да? Ее очень хорошо обкатали, уже где только могли мы сэкономили, но, естественно, без вреда для бизнеса и сервиса. Маш, тебе слово, презентация загружена. Вот Ольга, да, добрый день, значит, мы не одни, это хорошо. Елена, добрый день. Оксана, добрый день. Замечательно. Всем добрый день. Максим, спасибо за представление и за приглашение. И да, хотела бы рассказать о том, что... То, что я сегодня буду тему какого рассказывать, она началась как раз в пандемии. Вот уже 3 года мы в таком периоде нестабильности работаем. Все мы — это фитнес-индустрия. Вот, и я с большим удовольствием, коллеги, с вами поделюсь, на чем можно, да, сэкономить или на чем можно оптимизировать наши статьи расходов для того, чтобы можно было либо кому-то еще больше, да, увеличить свою прибыль, либо просто оптимизировать расходы для того, чтобы выжить, может быть, даже у кого-то такая ситуация. Итак, тема называется «Чек-лист оптимизации расходной части». Конечно же, мы будем идти по статьям расхода нашего годового бюджета. В конце каждого года мы формируем полноценный, да, на сезон, по сезонам распределенный бюджет доходов и расходов. И доходная часть – это отдельная тема, тоже глобальная, да, как мы можем повлиять на них. А сегодня посмотрим на расходную часть. Что могу сказать точно про расходную часть? Обязательно нужно проверять будущие периоды, смотреть, да, то есть из месяца в месяц какие-то своеобразные оперпланы проводить для того, чтобы понимать, например, что нужно сделать для того, чтобы мы, какие ожидаем расходы, скорректировать то, что мы запланировали осенью прошлого года все-таки, да, мы уже ближе к следующему месяцу знаем и понимаем, какие статьи у нас будут точно. Либо какие-то могут просто выйти от необходимости, например, как у нас случилось в 2020 году, когда нужно было с антисептикой покупать или маски. Вот, поэтому первую статью расходов, которую мы с вами посмотрим, это аренда. Аренда – это большая такая, она занимает долю, да, в расходной части. И даже если ваше помещение находится в собственности, будет честно по отношению к правильному расчету эффективности бизнеса, рассчитывайте эту статью тоже. Пусть даже она будет у вас, ну, какая-то средняя такая статистическая, среднерыночная цена за квадратный метр, для того, чтобы можно было ее смотреть на бизнес-модель фитнес-клуба более корректно. Итак, аренда. Клуб на аренде. Важно понимать о том, что не каждый арендодатель готов будет пересмотреть, в особенно уж меньшую сторону, да, арендную ставку. Поэтому здесь мы будем с вами рассматривать, а что конкретно мы с вами можем сделать с теми площадями, которые есть у нас в клубе. И расскажу 2 кейса, с которыми столкнулась я. С точки зрения прибыльности, например, да, проверить анализ площадей. То есть вы знаете, в клуб у нас распределяется по площадям на эффективные и неэффективные. Эффективные – это те, которые занимают конкретную площадь под предоставление услуг и приносят нам с квадратного метра каждый рубль. Да? А неэффективные считаются – это какие-то проходные площади, коридоры, да, от которых, например, там физически невозможно зарабатывать, но при этом
они есть. И вот бывает даже, когда эффективные вот эти площади не приносят денег. Например, в частности, у нас в моем опыте была такая история, что один из залов, когда было планировочное решение, готовили под клуб, наделили очень много разных залов для проведения групповых занятий. Их оказалось 9. И вот один из залов был такой, как зал-конструктор, что ли. Его часто использовали просто как запасной аэродром для того, чтобы проводить там занятия с детьми, либо, например, когда клиент с тренером хотели, например, завершить тренировку, растяжку именно в этом уединенном пространстве. То есть, да, это пространство было, но оно вот как прибыли не несло. Поэтому мы посмотрели, а что у нас еще в клубе есть, или чего не хватает, или какие-то, может быть, услуги у нас пользуются большой популярностью, мы можем их масштабировать. И увидели как раз, что в кабинете эстетики тела, который работает у нас с 7 утра и до 11 вечера, каждый час заполнен. И мы понимаем о том, что при нашей клиентской базе мы можем себе позволить именно еще одно пространство, где будут делать такие процедуры. Кабинет эстетики тела, да, кто не знает, это еще называют, ну, массаж, да, просто для красоты слова мы применяем такую терминологию. И вот сейчас прямо, да, то есть мы закупили массажное кресло, будем в процессе, да, буквально еще до конца месяца мы его сделаем более уютным, добавим текстиль, это зелень, ковер или ковры. И еще одно место у нас будет, которое не стоит просто так, да, за которое мы платим аренду, оно, наоборот, будет нам приносить дополнительную выручку. Вот, второй пример, который хочу тоже привести вам. Обилие вот этих небольших залов, оно приводит к чему? К тому, что в одном пространстве проводится, ну, в каждом пространстве проводится тренировка, мы платим тренеру заработную плату за проведение этой тренировки, при этом рейтинг позволяет, да, то есть площадь клуба позволяет небольшие рейтинги. Поэтому мы решили, что два зала, они рядом между собой находятся, между ними был такой простенок. Мы их взяли и объединили. И получается, что расчет оптимизации, да, здесь достаточно прост. Просто на одну зарплату меньше, но при этом количество клиентов в зале, да, будет гораздо больше, нежели чем в двух маленьких. То есть можем поставить в вечернее время какие-то высокорейтинговые тренировки, вот, чем мы можем повлиять на повышение лояльности клиентов и на их удержание, на продление. Тоже можно в деньгах эту сумму просчитать. Второй момент, связанный с арендой, с площадями, которые мы занимаем. Да, посмотрите на свой клуб со с точки зрения каких-то непрофильных направлений или непрофильных услуг. Может быть, у кого это салоны красоты, либо какие-то там бьюти-услуги. Но вот с чем столкнулись мы, у нас был свой собственный бар, это обычный фитнес-бар был, где мы делали коктейли, кофе готовили, и была привозная еда такая в контейнерах, комплексах. И были такие достаточно, ну, средние показатели. За 7 месяцев деятельности этого пространства мы провели аналитику. То есть вот когда смотришь по итогу бюджета всего клуба, и уж тем более, когда там на планерках вы обсуждаете, какие-то планы выставляете, в принципе, не такая плохая была и выручка. Но если взять это пространство как отдельную бизнес-единицу и просчитать доходы и расходы согласно именно конкретно только этого направления, то есть заложить туда заработную плату, заложить туда расходные материалы, а если вы знаете еще, да, кафе и там бары, это всегда история про косты, про скоропортящиеся товары, про списание, вот, то есть там прямо нужно, чтобы человек этим занимался прям профессионально, грамотно и умел управлять этим. И мы посмотрели о том, что, оказывается, не такая уж и эффективна эта история. При этом мы понимаем о том, что бар является неотъемлемой частью премиального клуба, который должен быть однозначен, потому что клиент требует этот сервис. И мы обратились в Екатеринбурге к ребятам, которые профессионалы в этом деле, сеть называется детокс-бары, Клернбар, это сейчас наши партнеры, мы договорились с ними о субаренде, вот, и они сейчас
держа такой бренд, такую марку, наши партнеры, да, мы ими очень гордимся, и они предоставляют нужный для нас уровень обслуживания для наших клиентов, то есть такая вот коллаборация произошла эффективная, причем с чего я начала, да, с оптимизации бюджета, то есть если раньше это было мало того, что мы тратили на это деньги, так еще и уходили ресурсы и временные, энергетические, да, вот нас как у блока управления, то здесь минимальные переговоры, пара встреч в месяц, да, какие-то совместные, может, программы, и при этом фиксированная оплата всегда в срок арендных платежей. Вот, поэтому тоже как идея, как один из вариантов, что можно сделать в вашем клубе, может быть, сдать это пространство тем ребятам, которые профессионалы в этом деле. Следующая статья расходов, которая тоже подлежит оптимизации, это фонд оплаты труда. Как говорится на всех форумах, да, и обучениях о том, что в среднем фонд оплаты труда составляет от там, 30%, да, до 35%, это считается нормой. Это, если смотреть на весь бюджет клуба, очень большая статья. Поэтому в первую очередь, когда думаем, да, об оптимизации, всегда думаем о том, что именно здесь можно что-то сократить. Также хотела бы сказать о том, что оптимизировать бюджет нужно. И очень важно понимать о том, что ни в коем случае не должен пострадать клиент, то есть оптимизируем те процессы, которые либо не касаются клиентов, либо если клиент этого просто не заметит. И фонд оплаты труда – это такая вот тонкая грань между тем, что может заметить клиент, например, на настроение нового сотрудника, которому, например, снизили зарплату, вот, либо же просто по настроению внутри коллектива. Поэтому вот здесь я бы хотела определенную ремарку сделать о том, что с сотрудниками, с персоналом, так как мы предоставляем услуги, да, надо быть максимально аккуратным, максимально корректным. Поэтому любые движения, любые изменения здесь нужно делать прям вот 7 раз подумать и 1 раз отрезать. Будет здорово, например, если у вас новый клуб и у вас на самом финише, ой, на самом старте, вы, да, можете оптимизировать эту ситуацию и заранее продумать систему мотивации. Если же у вас действующий клуб, как раз вот мои лайфхаки вам пригодятся. Итак, первое, что можно сделать, это объединить должности. Например, у нас исторически так получилось, что предыдущий фитнес-менеджер, который работал в компании, она приняла решение переехать в другую страну. И мы за то, чтобы взращивать внутренний персонал, да, у нас есть кадровый резерв, и в том числе у нас сейчас занимает позицию фитнес-менеджера, координатор групповых программ. Поэтому была у нас возможность объединить именно должности координатора одного из направлений вместе с фитнес-менеджерством, да, и остальные координаторы остались все на своих местах. Разная мотивация, по-разному, да, она рассчитывается в разных клубах. Ну, например, все равно доплата какая-то за управление этим направлением есть. И поэтому просто, если мы умножим на 12 месяцев года, да, то есть выгода именно от объединения вот таких вот достаточно близких по функционалу обязанностей, да, то есть приносит выгоду от 180 до 240 тысяч в год. Приятная цифра. Следующий момент – это новые времена, да, требуют новых возможностей. И в частности, коллеги из московской сети, они объединили вот такие должности управляющего, и тот человек, который выходец был именно из фитнес-департамента, да, то есть они нивелировали должность фитнес-менеджера, а его просто присоединили к управляющему. И также остались координаторы на направлениях, как и раньше были. То есть если у человека есть компетенции, где он, например, раньше в этой сфере работал или в этом направлении работал, можно также те две должности объединить. И, например, хорошая зарплата плюс хорошая зарплата равно великолепная зарплата. Когда, например, вы бы двум этим разным людям такую великолепную зарплату не могли бы просто, ну, физически, да, платить. Или просто, ну, это является все равно перебором. Вот поэтому один из вариантов может быть и такой. И еще один пример тоже, это когда руководитель рецепции, находясь все-таки в управлении этим подразделением, сам стоит в сменах. То есть раньше, например, у нас в структуре компании была старший администратор, да, координатор этого направления, и прям человек отдельно приходил как офисный работник с 9 до 6 выполнять функционал.
Но, опять же, да, под под обстоятельствами пришлось, да, пересматривать и эту вакансию, и этот вариант тоже. Поэтому мы объединили две должности, администратор и руководитель рецепции, поэтому оптимизировали бюджет. Опять же, да, то есть вот если раньше, например, мы только отдельным руководителю рецепции платили там, да, достаточно большую сумму, то сейчас именно смены на ресепшн этот нивелирует вот эту разницу. Ну и вариантов еще много. Вы можете тоже посмотреть, например, на свой клуб или на свою структуру, иерархию компании, где, например, можно кого-то между собой объединить. Часто администратор также дополнительно еще является сервис-менеджером, какие-то сервисные звонки делает. Вот. Либо, может быть, еще, если там у вас бар, например, есть, да, хотя это может быть не только сотрудник бара, это может быть просто человек, который очень любит, например, вести собственные социальные сети, например, он также может вам и генерить контент. И тоже это можно объединить должность, например, SMM, да, и какую-то другую вакансию, другую должность, которая есть в клубе. Следующее, что можно сделать, да, с фондом оплаты труда, это у одного человека не объединить должность, а расширить функционал. Когда, например, человек, который занимается у вас клинингом, да, отвечает за чистоту, в дополнение еще, например, будет производить закупки. Тем более, что для операционной работы клуба, в принципе-то, и нужны практически одни и те же вещи постоянно, да, это там туалетная бумага, салфетки для рук, освежители воздуха, ну, плюс там еще, например, может фитнес-департамент еще какие-то там задачи давать, например, там на обновление амортизаторов либо ковриков. Дальше. Например, если техническая служба будет в том числе отвечать за IT. Обычно у нас отдельно идет технический департамент, отдельно идет системный администратор, да, то сейчас именно достаточно много кандидатов, мы тоже рынок этот труда мониторили, когда человек с техническим образованием уже внутри себя понимает и осознает, и знает, что делать с компьютером, что делать, не знаю, там с сетью Wi-Fi, в клубе достаточно такие простые элементарные вещи, тем более, что фитнес-клуб, когда происходит автоматизация и переходит, например, на систему контроля доступа, электронные браслеты, всегда по любым вопросам можно обратиться в компанию-производителя либо поставщика, они тоже по этим вопросам ему могут помочь. Тоже оптимизация бюджета. Бухгалтер, например, может вести кадровый документооборот. То есть каждый руководитель своего направления занимается поиском, набором и адаптацией персонала, а именно все, что связано с трудоустройством, с предоставлением документов, отпусков и остальные вещи и процессы, связанные с документооборотом, это, например, может вести бухгалтер. Тем более, что и программа 1С, она одинаковая. И, в принципе, человек, который любит заниматься с документами, здесь тоже разберется. Еще один момент, да, когда можно оптимизировать и объединить функционал. Это когда, вот, в частности, у нас есть прачка, есть клининговая служба, и клининг в том числе в него входит функционал, это стирка полотенец. Как это происходит? Цикл стирки 30 минут, цикл сушки полотенец 1,5 часа. И именно вот в эти промежутки времени сотрудники клининга приходят и перегружают из стиральных сушильной машины полотенца. Да? И это тоже позволяет им, вернее, нам оптимизировать бюджет, а у них достаточно, ну, плотный становится график, да, то есть, ну, в принципе, они справляются. Вот. Тоже такие вот варианты могут быть. Посмотрите, подумайте, где можно будет, например, какой-то функционал объединить, и сделав небольшую доплату, да, либо, например, привязав к какой-то мотивации, можно именно вот функционал дополнить к другому сотруднику. Аутсорсинг. Здесь я вам приведу пример, когда мы, наоборот, отказались от аутсорсинга и пришли к собственному штату. Это было на примере клининговой компании. На протяжении достаточно долгого периода мы проверили работу 3 или 4 компаний. Период работы был у них от 8 месяцев до года.
достаточно высокая была стоимость услуг, потому что туда внутри было зашито и включено и работа этого персонала, и работа менеджера, который контролирует их работу, и покупка оборудования, то есть у них было мощное, тяжелое оборудование, там роторные машины, пылесосы, парогенератор. Они покупали, обновляли сами инвентарь и приобретали бытовую химию для того, чтобы все поверхности мыть и прибирать именно тем средством, которое подходит. Паркет, дерево, камень, керамика, санузлы и прочее. Вот. И все началось с того, что вот при всем этом как бы комплексном подходе, который нам обещала клининговая компания, по факту все равно мы ходили, контролировали работу их сотрудников самостоятельно внутри. Менеджер приезжал от времени к времени, он постоянно не находился на объекте, тем более, да, что клубы у нас моются 24 часа в сутки. В ночное время тоже нужно контроль за этими ребятами. Вот. Ну, в общем, настолько уже эта ситуация дошла до состояния, когда захотелось поменять и эту четвертую, да, клининговую компанию. Перед этим еще мы наняли своего собственного внутреннего сотрудника, не чтобы мы все ходили руководитель, да, и фотографировали, и скидывали в этот чат клининга, где надо затереть воду или где, например, требуется там на шкафчиках вытереть пыль, а чтобы это ходил и делал целенаправленно один человек. И пришла идея о том, что, о, а как насчет того, чтобы мы наберем свой собственный штат? Для чего клининговые компании живут? Они нанимают сотрудников, которые очень нуждаются в деньгах, они селят их в одну квартиру, платят за их квартиру, деньги они берут себе, а им выплачивают какую-то небольшую долю. Это вот с чем мы столкнулись. И это обычно люди, ну, такого достаточно простого образа жизни, я мягко скажу, да. Вот, то есть, но при этом они нам что говорили? Мы гарантируем вам всегда вовремя замену, всегда будет необходимый штат сотрудников. Ну и вот. И вот эта прекрасная леди, которую мы наняли, наш менеджер по клинингу, говорит о том, что она готова нанять наших собственных сотрудников. Мы начали готовиться за месяц, предупредили клининговую компанию и занялись поиском сотрудников. Ну, Headhunter в этой теме не работает, потому что там сотрудники, видно, немножко другого уровня должностей, да, ищут работу. Искали на Авито в основном мы, работа 66. Другие сайты такие попроще, где можно будет достаточно доступны для людей, которые готовы, да, прибирать в клубе. И мы даже пробовали еще объявления на подъездах поблизости по району. Ну и вот. И получается, набрали свой штат необходимого количества. Это все русские люди. Также мы набрали студентов, то есть это еще и молодые ребята и девушки, ну, то есть они еще визуально выглядят красиво, при этом они понимают очень четко русскую речь. И за счет того, что мы сами сейчас выплачиваем вознаграждение, да, мы очень сильно оптимизировали бюджет. Вот смотрите, например, раньше у нас было около 200 рублей за квадратный метр, вот за тот комплексный подход, который нам обещали. Да, мы вложились, мы год назад приобрели свое оборудование, у нас своя парогенераторная машина, у нас свой пылесос, мы купили оборудование, инвентарь, там ведра, тряпки, тележки. Единожды, да, необходимо было нам в это вложиться. И сейчас самостоятельно покупаем химию, обновляем инвентарь. Но при этом нам это выходит всего вместе в 114 рублей за квадратный метр. То есть за год вот выгода, да, больше 3 миллионов рублей составила. Это шикарная цифра, я приятно и радостно ее видеть. Это стоило того, что вот год назад мы взялись за оптимизацию, за набор собственных сотрудников. Когда я выступала в Новосибирске с этой темой, у нас достаточно такая горячая дискуссия возникла по поводу того, что все-таки некоторые наоборот уходят в аутсорсинг, да, потому что сотрудники клининга такие достаточно ребята необязательные, вот, поэтому, ну, может быть, отдельная тема будет для диалога, но вот мой опыт говорит о том, что выгоднее брать своих сотрудников, мы их интегрировали в наш штат, мы берем их с собой в наши, не знаю, корпоративные мероприятия, они едят вместе с нами в столовой, мы знаем, как этих людей зовут, они открытые, общительные, и еще приятный бонус явилось то, что они
по-другому относится к клубу. Если раньше это было пришел, помыл и в какое-то чужое место и вели себя недостаточно так некультурно, да, то сейчас, наоборот, видно, как они бережно относятся к имуществу, как они там с клиентами общаются. То есть ко всему этому еще к выгоде в денежном эквиваленте мы получили еще лояльность таких сотрудников. Вот. Воровства не боитесь? Воровства с клинингом? Значит, смотрите, здесь система у нас так же, как с другими сотрудниками. У нас система контроля доступа, электронные браслеты, то есть они заходят, выходят через служебную дверь, которая под камерами находится, и с считыватель, да, который показывает, кто пришел, кто ушел. Второй момент, на ночное время мы оставляем только один браслет и отдаем его старшему сотруднику, который старше на смене, то есть к этому человеку лояльности выше. По поводу бытовой химии, мы выдаем порции на одну ночь, сколько им хватит, как порошка, например, да, так бытовой химии, а полотенце у нас вшиты чипы, и у нас система антикража стоит на всех выходных дверях. Вот, поэтому с этой точки зрения все, что касается сотрудники клининга, что могут вынести, вот, ну, мы вот минимизировали. Конечно, ну, там, не знаю, когда-нибудь гантели или там какой-нибудь коврик, ну, хотя даже коврик вынести под камеру достаточно сложно. Но вот мы работаем со своими сотрудниками уже больше года, и прецедентов не было. Все вещи, которые заставляют у нас клиенты, сотрудник клининга обязательно фотографирует, отправляет в чат потеряшки, и утром, да, если клиент подходит и говорит, что он что-то забыл, то у нас вот есть фотофиксация забытых вещей в том числе. Вот, поэтому здесь, наоборот, я бы хотела сказать, что и в этом смысле тоже сотрудники более честные. Ну, конечно же, оптимизировать бюджет фонда оплаты труда можно с помощью автоматизации. Например, сейчас мы тоже, да, к осени готовимся, у нас будет гардероб самостоятельного обслуживания. Раньше это была гардеробщица, которая принимала одежду, выдавала номерок, то сейчас мы ставим прозрачную стеклянную дверь, ставим контроль доступа на вход и на выход, камера внутри самого гардероба и камера перед входом, то есть чтобы можно было прямо различить, понять лицо входящего человека, вот. Поэтому вот готовимся тоже к сезону. Оптимизировали бюджет на зарплату трех гардеробщиков. Дальше. Автокасса. Автокасса, вот здесь я подготовила слайд, где визуально показано, как она выглядит. Это терминал самостоятельного приема оплаты. Клиент сам может оплатить банковской картой, либо наличными, услуги клуба. Вот. А за счет чего мы оптимизируем бюджет? За счет того, что у нас может работать не два человека в смене администраторов, а, например, один. А клиенту просить, да, активно использовать самостоятельно автокассу, принимать платежи. Следующее – это оплата в мобильном приложении. Да, сейчас у всех практически клубов есть свое, да, приложение, и в том числе все популярные, которые я знаю, однозначно модулем приема оплаты они обеспечены. Дальше – электронные браслеты тоже, да, это для оптимизации работы службы рецепции, когда не 2-3 человека стоят на ресепшене и меняют карточку на ключик от шкафчика, а именно когда клиент самостоятельно электронным браслетом заходит через турникет и пользуется шкафчиком внутри раздевалки. Ну и вендинговые аппараты, да, то есть процесс автоматизации, он настолько многогранен, настолько он современный, и мне кажется, еще можно дополнять этот слайд еще несколькими строчками, вот, ну, вендинговый аппарат, это продажа воды, продажа снеков, продажа спортивного питания, то есть вот у нас, например, стоит шейкер, shaker.su у них сайт называется, аппарат, который готовит протеиновые коктейли, L-карнитины, энергетики, вот, разных вкусов, и при этом они еще нам платят за аренду вот этого вот места, которое вендинговый аппарат занимает. Поэтому как тоже вариант оптимизации бюджета зарплаты. Конечно же, можно пересматривать мотивацию сотрудников, то есть их уже внутреннюю часть. Например, часто в особенно должности, которая связана с непосредственной продажей, зависит от процента выполненного плана. Например, процент от суммы продаж.
И, например, оптимизировать можно достаточно просто, просто переведя сотрудников с процента от суммы проданных услуг на расчетную базу. То есть вы фиксированно говорите о том, что сумма за 100% выполнения плана составляет там, 50 тысяч рублей. И уже эта расчетная база будет там, плюс-минус там, 5-10 тысяч рублей в зависимости от выполнения или перевыполнения плана будет гулять. И если сравнивать с фиксированным процентом от выполненного плана, то в том числе при перевыполнении у вас бюджет разительно отличается, вырастает намного больше, нежели чем, например, от расчетной базы будет у вас сумма вознаграждения. Затем, да, фиксированную часть заменить на процент или разделить, да, то есть, например, те же самые администраторы, ну да, условная ставка 200 рублей в час. Можно, например, сделать 100 рублей в час фиксированную часть, остальную сумму мотивации перевести на процент от продаж, от реализации, например, товаров, услуг, там, сервисных каких-то составляющих, которые относятся к их функционалу. Тоже одна из вариантов оптимизации. Даже если они, например, будут, наоборот, зарабатывать больше, то именно привязка к проценту от выполненных продаж будет гарантировать то, что и вы тоже в плюсе. Так, ну и внедрить показатели эффективности. Разные есть варианты, и KPI нам всем известны, да, МБО в некоторых компаниях, либо там КТУ. Ну, разные варианты. Опять же, да, когда, например, мы без, от гарантированного какого-то вознаграждения переходим к привязке к определенным выполнениям задач, что тоже может привести к оптимизации. Я здесь написала ремарку, обратитесь к профессионалам, это правда очень сложная, большая, прям отдельная тема, и она прям, я здесь просто заглянула, да, чуть-чуть там приоткрыла занавес, есть и консалтеры, там, да, либо, может быть, какие-то более там опытные коллеги по рынку, которые могут эту мотивацию, да, пересмотреть, может быть, аудиторские какие-то компании, где увидят там, например, возможности, варианты роста оптимизации, роста эффективности и оптимизации расходной части фонда оплаты труда. Ну, а вам в этом смысле, конечно, нужно накопить энергии, уверенности, иди до конца. Смена мотивации всегда с точки зрения восприятия персонала воспринимается очень болезненно. Но когда мы знаем, для чего мы это делаем, да, руководители и собственники предприятия ради оптимизации, я думаю, что это окрыляет и придает уверенности. Следующая статья расходов – это маркетинг. Здесь тоже надо быть очень аккуратным, вот, в плане того, что это наши лиды, это наш генератор новых клиентов. И опять же, благодаря ужасной вещи, я говорю, благодаря тем событиям, которые у нас происходят извне, мы можем вырабатывать и вырабатываем, да, с вами новые пути решения наших задач. И, конечно, то, что произошло вот зимой, да, открыло новые возможности для маркетинга, для нашей службы, включить голову, начать использовать другие методики, другие варианты для того, чтобы нас продолжать обеспечивать тем же самым потоком новых клиентов, но использовать другие инструменты. И в частности, мы увидели, что с помощью вот этих инструментов можно в том числе и оптимизировать наш бюджет расходов. Поэтому мы сейчас будем говорить про бартерные программы и партнерские. Например, по бартеру. Я приведу пример, как, с кем мы работаем. Вот в Новосибирске мы с ребятами разговаривали о том, что у них достаточно тоже активно подобные тоже партнеры идут на взаимодействие. Например, у нас по радио работает активно по бартеру. Они с большим удовольствием и выходят в эфиры, и просто рекламные блоки вставляют. Да? Они делают разные интеграции, например, когда они делают выездные прямые эфиры внутри клубов. И прям это работает. Тем более, что радио было, есть и будет, его активно слушают в автомобилях. Ну вот, поэтому, а сейчас они еще в социальных сетях активно представлены, поэтому мы мало того, что пользуемся, да, этим инструментом, мы продолжим это делать. Дальше, мы находимся в жилом комплексе, и рядом, да, тоже у нас застройка, то есть у нас такой полужилой, полубизнес-район. И также вы можете посмотреть, кто рядом с вами находится, где вы находитесь в торговом центре, либо также в каком-то спальном районе. Активно можно сотрудничать с теми, кто рядом находится и может размещать вашу рекламу. Вот в частности мы, да, контактируем с управляющими компаниями, которые рядом находятся, жилые комплексы. Они на экранах, в лифтах распространяют информацию, сами сотрудники
являются, да, носителями информации о клубе, мы им предоставляем возможность посещать клуб. Приятно и эффективно. Фотографы и видеографы. Вообще, плюс я сейчас сюда еще добавлю ведущих. То есть все мероприятия для того, чтобы какие-то ваши мероприятия, активности, соревнования, да, сделать интереснее. Всегда люди, все клиенты любят, когда можно свои фотографии посмотреть. Всегда это интереснее, когда проводят, например, не стандартный штатный тренер, а какой-то приглашенный ведущий, тем более, что у них на это есть и навыки, умения, и желания. Ну вот, а вы еще это можете все оформить по бартеру. Условные расходы, конечно же, да, то есть там все равно это будет стоить каких-то денег внутренних, но тем не менее в разы больше вы получите профита от взаимодействия с ними. И плюс еще глянцевые издания. У нас вот в Екатеринбурге есть журнал, если на него глянуть, да, там практически все клубы представлены, но от вашей фантазии, от фантазии вашего маркетолога будет зависеть от того, какие вы будете туда представлять варианты рекламы. Это может быть какая-нибудь, не знаю, там креативная, или может быть какая-то полезная статья, или может быть фотоотчет. Но в любом случае такой бартер есть, присутствует, и он также эффективен. Следующее – это партнерские программы. Чем отличается бартер партнерских программ? Бартер – это когда услуги, вы предоставляете услуги клуба тем людям, которые могли бы потенциально купить клубную карту, они вам предоставляют свои услуги, не знаю, по размещению рекламы, то партнеры – это когда мы оба заинтересованы в лидогенерации и равными долями вкладываемся в какую-то рекламную кампанию. Вот. И приведу опять же примеры, да, нашего клуба. Торговый центр у нас в Екатеринбурге есть знаменитый. Я вот здесь поставила, да, примеры, две фотографии. Это наша последняя коллаборация. Была в прошлом месяце на территории клуба. Они провели фотосессию, которую они использовали дальше для своей рекламной кампании. А мы в дальнейшем, да, вот эти рендеры, вот эти фотографии будем использовать для представления нашего клуба в онлайне. И плюс еще мы создали отдельную посадочную страницу, которая вела у них на сайт их интернет-магазина, где они эти вещи могли купить, именно в тех магазинах. А про нас они рассказывали о том, что где, в какой части клуба можно, например, примерив эту спортивную одежду, выполнять какие-то упражнения. Очень интересная коллаборация была. Продолжим с ними тоже дальше сотрудничать. Дальше перечислю, да, и кинотеатр, когда они перед началом своего киносеанса показывают какой-то интересный ролик о нашем клубе, плюс еще дают нам, например, билеты для розыгрыша. Удивительная вещь, стоимость билета достаточно небольшая в сравнении, да, с какими-то другими услугами или товарами, но пользуется популярностью у клиентов просто колоссальным, да, каким-то популярностью. За пару билетов в кино, там сходить, да, с парочкой, такой же ажиотаж, как будто, я не знаю, мы разыгрываем автомобиль. Затем это стоматологическая клиника, косметологические клиники с большим удовольствием с нами партнерятся, рестораны, медицинские центры, и вот мы еще сотрудничаем с сервисом доставки еды. Хотела бы здесь еще тоже внести ремарку. Если раньше, вы помните, может быть, были вот такие своеобразные партнерские купоны, не знаю, там, купи квартиру и получи, там, не знаю, кепку в подарок, или купи на 100 тысяч рублей, мы дадим тебе при этом условии скидку 10%, то эти времена прошли, или в частности мы договариваемся с партнерами о реальных подарках, о реальных каких-то вещах, услугах, которые не требуют от клиента каких-то дополнительных вложений, а, например, ресторанам дает сертификат на ужин на двоих, где прям реально клиент может прийти и уже впечатлившись пространством, знает о том, что как здесь здорово, уже потом придет дальше самостоятельно. Ну вот поэтому здесь вот такую ремарочку сделаю, чтобы реальные подарки были приятные клиентам и нужные. Перейдем к следующей статье расходов в нашем бюджете. Это закуп. В нашем клубе есть витрина, где сотрудники рецепции, в их мотивацию тоже зашито, в продаже товаров, они получают с этого вознаграждение. И раньше это выглядело так. Мы закупали часть товаров, определенные там марки, размеры, фасоны, да, и наступал момент необходимости, когда, например, либо модель непопулярна, либо размер мы взяли не тот, и это сталкивалось с тем, что есть складские остатки, и ты потом не знаешь, что с ними делать.
Ну, в общем, определенные сложности наводила, а еще это все отражалось на бюджете. Поэтому мы перешли на закуп по реализации. То есть мы находим партнера, прям напрямую звоним в магазин, либо поставщику, говорим, работали они по договору концессии. Когда они нам передают часть товара, определенные модели, расцветки, размеры, да, нам на реализацию, и раз в месяц мы делаем свод, да, итог, по вещам, которые мы продали, мы выплачиваем им комиссию, а те, которые у нас остались, либо мы оставляем, продолжаем дальше реализовывать, либо мы сдаем им обратно и понимаем, что этот товар у нас не идет. Какой совет? То, что у вас сейчас есть, да, посмотрите, прям поговорите с поставщиками, готовы ли они это пойти. Или вот, например, я поставила прямо здесь в слайде фотографию Medwave. Это компания, которая точно однозначно так работает, и даже они еще готовы организовать витрину прямо у вас в клубе. Сами они ее там готовят, покупают, создают. Она такая с подсветкой очень красивая. Вот на реализацию мне дают шапочки, очки, зажимы для носа, купальники. Вот. И дальше второе, что можно организовать и именно оптимизировать бюджет расходов, это организовать точку продаж. По такой системе работают бренды по косметике, бренды одежды некоторые. Вот. Здесь надо вот прямо посмотреть, наверное, вы в своем городе лучше знаете, кто таким может заниматься. Ну, либо всегда пользуйтесь своим ресурсом, ресурсом своих клиентов. Поэтому, если есть обычно, да, отдел продаж знает, кто из клиентов каким бизнесом занимается, можно, например, у них навести справки и выйти на диалог именно с владельцем, либо с управляющим, ну, руководителем подобных компаний, для того, чтобы они рассматривали ваш клуб как одну из точек продаж, как представительство своей компании, а вы при этом сможете на этом зарабатывать, да, и, например, дополнительную мотивацию сотрудникам своим обеспечивать. Практически не тратя на это ничего. Эксплуатация. Интересная и большая тема. Эксплуатация помещений, я имею в виду, то есть клуб работает, операционная деятельность ведется, и на этом тоже можно достаточно так сильно оптимизировать бюджет. В частности, это сервисное и техническое обслуживание. Да, это оптимизация потребления энергоресурсов, там, любых ресурсов, да, или, например, оптимизация закупок расходных материалов. Давайте подробнее пройдемся по каждой статье. Сервисное и техническое обслуживание. World Class Макаровский, большой клуб, около 4000 квадратных метров. Это мощная система вентиляции, да, винтустановки. Это система водоподготовки в бассейне. Естественно, на все такие технически сложные объекты мы ведем сервисное обслуживание. То есть та компания, которая к нам... Нам их поставила, которую мы заказывали, да, не занимается техническим обслуживанием. И в момент, когда наступила, вернее, когда закончилась пандемия, да, мы начали в том числе смотреть за каждой статьей расходов и поняли о том, что, например, касательно сервисно-технического обслуживания бассейна, мы некоторые статьи можем оптимизировать, и при этом это никак не отразится на качестве воды. Что мы сделали? Мы взяли договор с подрядчиком, позвали подрядчика самого на переговоры, да, и прошлись по каждой статье, а там порядка 50 пунктов было, и, знаете, например, был пункт, я запомнила, например, промывание песчаных фильтров. Там такие, ну, блоки, в них песок, да, достаточно элементарная механическая работа. То есть она не требует именно какого-то высокотехнического образования именно в водоподготовке, что с ним в том числе справится наш сотрудник технического департамента. Поэтому мы добавили им в чек-лист дополнительные пункты, которые нужно делать каждый день, каждую неделю, каждый месяц. А при этом мы взяли, оптимизировали сумму сервисного обслуживания на бассейн в 2 раза. Второе, мы тоже, да, что у нас еще находится на сервисном обслуживании, на техническом, это система вентиляции. Тоже система, мощная система, да, машины вот эти стоят, которые винт-камеры. Аналогично встретились с подрядчиком, поняли, где мы можем что оптимизировать, и перешли от ежемесячного обслуживания к раз в полгода. Это очень похоже на сервисное, на ТО автомобиля. Да? То есть ребята приходят, проверяют все наши системы, меняют фильтры, да, и при этом мы продолжаем также радовать клиентов, да, чистым, свежим воздухом каждый день, каждый час, но при этом оптимизировали бюджет.
Также еще я здесь отметила о том, что у нас, конечно же, охранно-пожарная сигнализация находится, да, на техническом обслуживании. И я вот специально ее здесь выделила таким курсивом, потому что это статья, которая не подверглась оптимизации. Слишком сложно, слишком серьезен и велик риск жизни и здоровья клиентов и сотрудников, поэтому мы ее оптимизировать, ну, обсуждали, да, с подрядчиком, но оптимизировать не ставили, оставили все как есть. Это как пример, да, для того, чтобы во всем должна быть грань разумного. Мы должны понимать вообще, в принципе, что можно, что нельзя, потому что оптимизировать можно до бесконечности и в итоге, да, остаться там без лояльных клиентов. Поэтому здоровая грань должна быть. Ну и вот, оптимизировав буквально две статьи, да, мы плюс 200 тысяч по году. Приятно. Следующее, что касается эксплуатации, это оптимизация потребления ресурсов. Датчики движения в помещениях, где нет клиентов, это, например, где у меня клининг находится, да, вот эти вот мопные, где они хранят инвентарь, это лестницы для служебного входа, ну, везде, где мы понимаем, что чисто в момент движения, да, потребуется свет, а зависит он от человеческого фактора, заходит, не забудет ли он выключить после выхода, мы везде поставили датчики движения. И в клиентских зонах мы датчики движения оставили в туалетных комнатах. После пандемии люди не очень любят трогать лишние поверхности, поэтому свет горел там беспрестанно. Вот. А датчики движения можно прямо отрегулировать, ваши техники с этим справятся, чтобы в первую секунду включался, и достаточно долго он, на долгое отсутствие движения он не срабатывал. Вот, поэтому вот такой вариант. Дальше, работа винт-установки. В ночное время у нас снижается примерно в половину. Да? Остановить полностью точно нельзя. Нужен приток свежего воздуха для тех клиентов, которые придут первые. Плюс еще в нашем клубе клиник работает круглосуточно. Ну, я здесь не буду вдаваться в подробности, там, физические подробности. Винт-установка должна работать, но приостановить ее можно. Поэтому поинтересуйтесь у своих инженеров, да, у технического департамента, возможно ли это в вашем клубе, и это очень сильно сократит выплаты коммуналки. Дальше, душевые лейки. Например, да, следующий слайд переключу для визуализации. Значит, слева отображен душ обычный. У кого слева, справа? Справа. Да, душ обычный, где достаточно мы видим мощная струя воды, да, льется, и мы понимаем о том, что это большой объем воды, который уходит. Ну, вот. А слева лейка, которая специальное устройство внутри установлено, которое нагнетает давление и выдает струю воды под более мощной струей, при этом расход воды меньше. Клиенты не заметят на себе о том, что, например, меньше идет расход воды, но вы увидите коммунальный счет меньше. Вот те примеры, которые я вам здесь рассказываю, конечно, их просчитать в финансовом эквиваленте практически невозможно. Можно только, например, в долгую посмотреть на коммунальные, ну, на платежки, да, там, в течение какого-то длинного периода. Ну вот я вот подумала о том, что, может быть, дома поменять и посмотреть, да, на одном, не знаю, там месяце, на двух месяцах именно разницу в коммунальных платежах, потому что в клубе в такой большой системе сложно просчитать, тем более, что посещаемость клиентов непредсказуема. Освещение в ночное время. Аналогичная история, да, то есть так как клининг моет одну зону за другой, мы обязали их прямо включать только аварийное освещение, то есть не полную иллюминацию зала, только необходимые включатели для того, чтобы прибраться в определенной зоне, да, и это тоже оптимизирует бюджет. И плюс отопление в тренировочных зонах, я сейчас говорю про зимний период, вот, либо снять вот эти регуляторы батарей, да, потому что мы максимально хотим обеспечить нужный температурный режим в тренировочных зонах. Но, например, клиент, имея там разный, да, температурный теплообмен, кому-то жарко, кому-то холодно, начинает добавлять вот потеплее делать в тренажерном зале, в залах групповых программ. Вот, поэтому мы взяли эти просто датчики, сняли, либо мы контролируем, регулярно ходим, чтобы было постоянно на одном и том же самом делении. Это тоже отражается на платежках по коммуналке.
Расходные материалы. Обязательно у клуба должны быть бюджет и анализ расхода материала в зависимости от того, какое количество посещений было у вас в месяц с клиентом. Чуть попозже я расскажу про анализ посещаемости, а сейчас приведу пример. Расходные материалы. У нас в клубе до прошлого года были обычные многоразовые пластиковые бахилы. Вот, мы тратили в месяц около 13 тысяч рублей на них. Вот, и мало того, что это деньги, так еще и пластик, да, засоряет планету. Мы в последнее время, да, все пропагандируем здоровый образ жизни и экологичные отношения, и экофрендли. Ну вот, поэтому мы поняли о том, что пришло время в том числе и заменить бахилы с одноразовых на многоразовые. Мы это сделали в ноябре, поэтому если вы хотите тоже перейти на многоразовые бахилы, заказывайте сейчас, там от 30 до 60 дней занимает только шитье. Хотя, может быть, сейчас они уже развились и делают это быстрее. Но, тем не менее, вот я сделала несколько скриншотов, как клиенты отреагировали достаточно открыто, с большим интересом о том, что вот Макаровский, да, сменил бахилы на более экологичные. Это была целая волна там и социальных сетей, и отзывов, и обратной связи. Вот у нас многие другие клиенты, которые имеют бизнес, тоже переняли это себе. Например, мне было приятно видеть, когда я пришла потом в косметологическую клинику, и там тоже многоразовые бахилы, класс. Вот. И поговорим про деньги. Да? То есть если в среднем сумма закупа составила у нас около 60 тысяч рублей, мы разделили их по цветам, чтобы легче было ориентироваться клиенту по размеру этих бахил. Затем, да, мы понимаем то, что каждый месяц мы тратим определенную сумму на стирку, да, бахил. И экономия. Пластиковые бахилы мы 9 месяцев в году используем, а на покупку многоразового бахила я закладывала годовой бюджет. Поэтому вот за первый год экономия составила 86 тысяч. Сумма вроде в рамках огромного годового бюджета не такая большая, но на самом деле это примерно 2 зарплаты, да, не знаю, там, какого-нибудь среднего там, администратора. Не, многовато будет для администратора на 2 месяца. Вот, менеджера. Выгодно, выгодно. Вот. Дальше, расходные материалы. Аналогичная история, что нужно постоянно прям мониторить и смотреть, и анализировать, что вы покупаете, в каком количестве покупаете, изменилась ли цена от месяца к месяцу, от года к году, с чем связано, да, изменение цены. И вот здесь я подготовила специальную информацию для вам, для примера о том, как один лишь товар, да, один освежитель воздуха изменился в цене, сколько он стоил до февраля. То есть у нас примерно в месяц, да, выходило около 7 тысяч рублей на закуп. Сразу же после февраля у нас сумма, да, увеличилась на 3 тысячи рублей на сумму закупа. Да. Вот, и когда у меня менеджер, да, по закупу, менеджер ЭХО, в этот вопрос углубилась и понимает о том, что, ну, прямо, ребята, уже увеличилась, да, там на 300 рублей стоимость одного баллончика, начали искать другие варианты, как можно оптимизировать это. Мы, конечно, в первую очередь искали точно-точно такой же, может быть, другого поставщика, и дошли до того, что, оказывается, есть точно-точно такие же баллоны, которые также подходят для наших диспенсеров, но другой фирмы. Мы их попробовали, да, на протяжении 2 месяцев. Мы не получили ни одной рекламации со стороны клиентов. То есть никто не заметил ни ухудшения качества, ни изменения аромата, ни, не может быть, какого-то химического привкуса абсолютно. Поэтому мы перешли полностью на аналог этого ароматизатора, да, и имеем по году выгоду в 70 тысяч рублей. Угу. Следующее по расходным материалам. Статья находится в бюджете практически там в самом конце, одна из самых небольших, да, но тем не менее, канцелярские товары. Основной расход бумаги идет у нас на внутренний документооборот, поэтому в нашей компании, да, он переведен в электронный вид. Любые согласования, служебные записки, ведение чек-листов, там, любые внутренние отчеты, да, это все у нас сейчас переведено в электронный вид. Письмо, чем отличается письмо, тем более, что мы ведь не
там, не бюрократическая организация там, или не государственная, где требуется прям четкая там, подпись, печать и так далее, хотя и у нас тоже в последнее время указы губернатора все выходят в электронном виде. Вот, то есть присылают мне WhatsApp на электронную почту, в рассылку ставят несколько участников, да, и сразу все видят, например, что там счет согласован, либо какое-то действие согласовано. Мы очень сильно оптимизировали расход на канцелярские товары. Бумага. Все-таки, да, есть определенные вещи, которые мы оставили на бумаге. Например, в бассейне, когда сотрудник приходит утром, да, и заполняет чек-лист, это невозможно в электронном виде, у них нет, не установлен компьютера, ноутбука, в телефоне это делать неудобно, поэтому мы, например, изменили покупку белой бумаги на эко-бумагу. Такая она немножко серовато-бежевого цвета. Второе, что мы сделали, это мы перевели печать принтера на двухстороннюю печать. То есть чек-лист сегодня, чек-лист завтра, с двух сторон все это печатается. Вот вроде такая простая элементарная вещь, а экономит в два раза. Тонер экономит, а нет, подождите, тонер же не экономит, бумагу экономит. Тем более, что она сейчас дорогая. Дальше, на сайте мы перевели договор оферты. Да, размещен в онлайне, в интернете, поэтому мы с клиентом подписываем только лишь одно доп. Соглашение, которое подписывает он. И все остальное, уже и правила посещения, и договор находится в онлайне. И может спокойно клиент в любой момент почитать, посмотреть. Если вы помните, договоры у нас состоят, не знаю, на 5 листах, правила посещения на 12 листах, да, вот, и в любой момент любой сотрудник, любой клиент может это посмотреть. То есть это еще и удобно, а не только экономически выгодно. Финансовая служба. Здесь тоже делаю определенную ремарку по поводу «обратитесь, пожалуйста, к профессионалам». Вот. Здесь тоже глобальный, огромный пласт оптимизации любых моментов. Налоговая нагрузка, налоговая оптимизация, это эквайринг, это банковские услуги, да, я вот здесь подвязана к коммерческой тайне, поэтому какие-то вам тонкости, нюансы рассказать, к сожалению, не могу, но есть компании, которые прям целенаправленно этим занимаются. Даже вот просто глядя на ваш там БДР или там на ваш ОДДС, отчет движения денежных средств, они уже могут дать вам советы для того, чтобы можно было, например, этот вопрос оптимизировать. Недавно совсем в чате фитнес-экспертов в Телеграме кто-то поднял вопрос по поводу QR-эквайринга или просто эквайринга. Ну вот даже там, представляете, начали ребята отвечать, какой процент они платят, там просто колоссальный разрыв от 0,8%, у кого-то даже 2,5% доходит. И это тоже все подвергается оптимизации. То есть с любым банком можно договориться, либо перейти на другой, внедрить новый вид оплаты, который будет удобен и клиенту, и вам при этом тоже нужно, можно будет платить меньше комиссию банку. Ну и новый вид сотрудничества, например, да, не нарушая законов, да, мы можем, например, при приемке нового сотрудника, особенно какая-нибудь, знаете, должность там, которая совмещает там танец живота или там тренер по медитации, но которая работает в нескольких организациях, в том числе, например, и с ним тоже можно уже, например, не на официальное трудоустройство, а вот именно такой договор подряда. Но здесь тоже аналогично, да, рекомендую обратиться к профессионалам. Мощная статья, которая тоже можно эту статью пересмотреть. И про инструменты. Что вам поможет, несмотря вот, да, вот на этот чек-лист, который я вам привела для примеров, инструменты, которые вы можете применять уже сейчас, даже просто в своей работе. Первое. При закупе оборудования обязательно проводите тендер. Он имеет такое, знаете, волшебное свойство, как только вы какому-то подрядчику говорите о том, что вы проводите тендер, происходит магия, и он начинает включаться в процесс, давать какие-то дополнительные подарки, снижает цену вообще. Даже, например, если в тендере будет участвовать 2-3 участника, да, там, а не 5-10, например, как делают крупные организации, вы все равно сможете увидеть о том, как у вас прямо на глазах уменьшится сумма закупа. Второе, да, инструмент – это торг. Всегда дают скидку, всегда. Даже элементарно, например, там, при закупе нового, не знаю, там, нового оборудования или расходных материалов. Простая фраза «а скидку дашь?» или «а как насчет скидки?»
не все менеджеры владеют, да, как наши, я надеюсь, как ваши менеджеры, да, именно мастерством работы с возражениями, пасуют в этом деле, и 5-10% скидки они практически всегда дают. Или, например, вот мы покупали, да, там корпусную мебель, мы говорим, а как насчет скидки? Менеджер замешкался и говорит, ну вот я на материал не могу дать, а на фурнитуру сделаю. Хотя на самом деле, то есть, ну... Мы были готовы к любому варианту ответа, в том числе даже, о, ребят, у нас качественный товар, да, это и так самая оптимальная и выгодная цена. Обязательно мониторьте каждый квартал ваших подрядчиков, вашу сумму закупа. Прям смотрите, да, тендерите в других, ну, не тендерите, проверяйте у других поставщиков, у других подрядчиков. Сейчас в крупных городах и вообще в принципе, да, то есть развивается бизнес, выходят новые поставщики, выходят новые игроки на рынок того же самого клининга, тот же самый, там, не знаю, поставщики там мыла, да, например. Прям закидывайте им удочки, запросы, собирайте цену, да, и понимайте о том, что можно оптимизировать. Например, у нас в июне отменили маски, да, но вот в тот момент, когда мы покупали за 3 рубля маску, мы нашли поставщика, который дает за рубль 10. Вот. Ну, вообще, в принципе, губернатор, да, преподнес подарок и отменил вообще все эти расходы, но тем не менее, вот вам пример, что регулярная проверка цен, что еще рынок дает, дает возможность, например, тоже оптимизировать бюджет. Обязательно работайте со счетами. Все счета, которые приходят вам от ваших сотрудников, которые приходят на закуп, обязательно должны проходить ваше согласование. Для чего покупаем, когда покупаем, в каком объеме покупаем, да? То есть контролировать и согласовывать, чтобы без вас не проходило, да? Например, мы запретили сотрудникам покупать товар какой-то, доставлять товар без оплаты счета, без согласования. Потому что, например, там, мне приносят счет, я на него смотрю и не готова его согласовать, а мне сотрудник говорит, ой, а его уже доставили. А мы там уже, например, я не знаю, там салфетки уже разложили, да, там по туалетам. Вот чтобы такого тоже не было. Ребят, нет, давайте у нас все по плану, все в бюджете, мы планируем, мы проводим анализ предыдущего периода. Ну, конечно, контроль и учет остатков и расходования. Вы должны понимать о том, что то количество клиентов, которое у вас пришло в течение месяца, коррелируется с расходами всех расходных материалов, да, что у вас там, не знаю, не прыгает данные по счетчикам электроэнергии, что у вас примерно, да, соизмерима там оплата за коммунальные услуги по воде. То есть все остатки и все расходование ресурсов должно быть сопоставимо. Анализируйте и смотрите. Это тоже про оптимизацию ваших расходов, про оптимизацию бюджета. Ну, в конце могу сказать, да, на финише о том, что экспериментируйте. От вашей фантазии, от вашего желания, от вашей постоянной работы головы, от вас, тем более как управленца, многое зависит. Пробуйте, тестируйте, да, именно с помощью таких вот вещей вы сможете, может быть, и сами какую-то, да, открыть возможность или вариант оптимизации бюджета. Потому что мир нестабилен, он требует постоянных, да, наших изменений, изменений наших действий, изменений нашего мышления. Вот, и у вас однозначно все получится. Я на связи, это мой контактный телефон для WhatsApp, поэтому если есть вопросы, готова сейчас ответить, либо пишите в Телеграме, тоже есть. Итак, я закончила. Пожалуйста, Ирина. Спасибо. Да, я хотела сказать, да, что я управляющая действующего клуба, вот, поэтому это все вот прямо на практике, да, пройдено. По личным вопросам? Ну, Яна, да, конечно, от девушки, да? Маш, ну, спасибо огромное, спасибо, что делишься, действительно очень ценно, я думаю, что многие наши коллеги воспользуются советами и тоже сэкономят в своих клубах
немножко денег, направят их на развитие фитнес-клубов. Ну что, Маш, спасибо. Всем тоже хочу сказать спасибо за внимание. Ну и ждем завтра в 13:00. И в августе уже лично готовы встретиться с вами, со всеми, с экспертами, с участниками в Казани. Всем спасибо. Пока-пока.